кажется, и видно, наступила зима, идет легкий снежок, его подмораживает, гололед. Сегодня в новостях мы открываем рубрику «Дежурный по городу». Будем смотреть, как чистят город Видное и чистят ли вообще. Традиционно в Видном самая чистая Советская площадь. Здесь всегда работает техника, работают дворники. Сейчас мы видим, что посыпали немножечко песком, чтобы не было гололеда. Но мы с вами отправимся во дворы, посмотрим, что там. Разумеется, снегопадов по колено в этом сезоне еще мы не видели. И делать какие-либо выводы относительно зимней уборки рано. Но нам ничего не мешало проехаться по улицам города, чтобы оценить ситуацию в самом начале зимы. И понимать в будущем, как развиваются события. Итак, улица за администрацией, Лемешко. Чисто, нигде не скользко. Едем дальше. Проспект Ленинского комсомола, Жуковский проезд. Во дворах относительно чисто и уже почищено. Но вот здесь, где идет стройка и временные неудобства, такие деревянные пешеходные настилы, они, конечно, очень скользкие и надо бы почистить. В разгар рабочего дня дворников во дворе мы не встретили. Скорее всего, все работали с утра. Это видно. А снег никто не запинается. Да и скользко не везде. Сами видновчане на настоящий момент тоже вполне довольны внешним видом придомовых территорий. Тротуар нормальный. Чисто? Чисто. Вот здесь у нас очень замечательно. На проспекте вот было, когда, видимо, не успевали. Но мне кажется, сейчас тоже нормально. Да, нормально, но хотелось бы, чтобы детские площадки чистили почаще, получше. Потому что выходят детки играть, а там скользко, просто не поиграть с ними. Вот. И дорожки к детским площадкам, чтобы можно было на коляске проехать. Вот, а так, в принципе, да, чистят хорошо. Что правда, то правда. На детские площадки у дворников не всегда хватает, видимо, рук. Впрочем, двор двору рознь. Есть и практически образцовые. Мы с вами в одном из новых микрорайонов города Видного. Это улица Фокина, дом номер 8, дом номер 6. Здесь достаточно чистые дорожки. Дороги тоже чистые. Конечно, наледь под автомобилями имеется, но куда от нее денешься? И здесь же на Фокина мы обнаружили совершенно почищенную детскую площадку. Конечно, вот здесь тоже наледь на сиденьях, но обращать внимание на нее – это уже чистые придирки. Только по данным управляющей компании ЖКХ Ленинского муниципального района, сегодня утром во дворы Видного и Расторгуева вышло 73 дворника. Пока снега немного, и с работой такая бригада справляется в штатном режиме. Мы проехались по нескольким адресам города Видного. Ситуация в целом удовлетворительная. Дежурить по городу весь сезон, всю зиму мы будем регулярно. Но очень надеемся на ваше участие. Если, как вам кажется, в вашем дворе не очень чисто, обязательно позвоните в редакцию новостей. Телефон вы видите на экране. Татьяна Кременецкая, Владимир Бежонов, Видное ТВ.